Всем привет, дорогие друзья, с вами Швили, мы играем какую-то запутанную игрушку. Боксер, пиксель, хоррор. То есть хоррор, боже мой. Всегда. Это перезапишите даже для того, чтобы продолжить. Вначале нас спрашивают, типа, ну, для поддержки рекламы, если вы не хотите без рекламы, заплатите бабосики, если хотите. Если хотите без рекламы, если не хотите платить, то даже сужить, поддержать проект, посмотреть рекламу. Окей, но у нас получилось так, что мы отключили интернет, и мне кажется, реклама не будет. И продал ее. Окей, в этот момент моей жизни, это моя история. И в ней описано мое сожаление. Окей, давай. Братан, прошу прощения. Я ищу миссис Гудвин. Гудвин, знаешь? Миссис Гудвин, это как он? Из Мистер Пиглз, да? А, ее тут нет, убирайся. Видимо, не та квартира. Ой, вставай тут. Фух, беги, братан. Тык-тык-тык-тык. Есть кто дома? Кто там? Миссис Гудвин? Нет, она живет по соседству. Спасибо, до свидания. Давай, Гудвин. Тык-тык-тык-тык. Я ищу миссис Гудвин. Я пришел по адресу? Нет. Проваливай. Ты че, пидор? Абсолютно точно, это точно. Запах гниющей плоти. Не думаю, что это нужно нам. Фу. По соседству. Блин, значит, получается, какой-то я не посмотрел. Гниющей плоти. Фу. Это что? Воняет, по-моему. Не думаю, что это нужно нам. Самысли, блин, по-моему. Пахнет чернил. Может, это нужно? Я же сказал, что вам... Мадам, я знаю, это вы. Пустите меня, пожалуйста. Прошу прощения, заходите. О, значит, было два раза. То есть, если воняет нормальными пирогами, там гниющий плоть какой-то воняет. Фу. Давай. Мадам, я знаю. Мне жаль, но я вынужден это сделать, мадам. Можете ли дать мне еще? Я могу оплатить долг, если вы дадите мне еще одну неделю. Прошу вас. Мне жаль, я не хочу этого делать, но мне придется произвести арест имущества. Ну, вот им плохо, да? Но где мне жить? Это все, что у меня есть. Мне жаль, мадам. Простите, мне не следует плакать. Просто с этим местом столько воспоминаний. Понимаю, мадам. Где же мои манеры? Не желаете ли чашечку чая? Если можно, я бы предпочел кофе. Ах, конечно. Подождите минуточку, молодой человек. Ага, сейчас подсыпет какую-то фигню. Арест. Ну, можете осмотреться, пока жду. Кресло качал, у каждой бабушки есть такое. О, так, тихо. А, это мои вещи. А чё смотреться-то? Ну, тут нечего даже смотреть. Кресло-качалка. Чё здесь дальше? Все, больше ничего здесь нет. Может, еще раз смотреть? Сейчас не могу идти, пусть не очень хочется. Ну, короче, он проводит арест бабушки, которые не платят. О! Свадебные фото миссис и миссис Гудвин. Хотя мне кажется, она уже вдова. Черт, не следует мне этого делать. Братан, а что ты сделаешь? Ой, фу, что за кровь? Ой. Что такое было? Что за кровь? Мне жаль, дорогой. Боюсь, у меня закончилась кровь. Может, предпочел что-то другое? Послушайте, вам придется выехать к концу месяца. Мне очень жаль, мадам. Благо, винить мне не стоит только себя. Мне нужно тоже уезжать, мадам. Всего доброго. Постойте, молодой человек. Возможно, если мы... Ладно, неважно, дорогуша. Мне пора идти, всего хорошего. Пока-пока, дорогой. Ты веселая бабушка. И плачет. Ну, а что сделаешь, бабуля? Лучше оставить ее одну. Ладно. Мы ее оставили одну. К
Коридор. А, не работает. Хотя электричество все же странно. Просто хочу убраться отсюда подальше. Нифига себе. Что тут? Бам! С ноги. Там гниющая плоть. Воняло. Наверняка это ужасная идея. Но, знаете, пофигу. А главное, открыть дверь, братан. Нам открыли дверь, что не дойти тут? А, не поддерживает функцию автосохранения или сохранения. Прогресс использует пункт сохранения. Давайте посмотрим. Есть пункт сохранения? Отлично, я сохранил свой прогресс. А, ничего интересного. Это не зря мне сохранение заперто. Нужен ключ. Ой, фу. Я бы его выключил, будет на него выключатель. Ой, фу, кровь какая-то. Вот дерьмо, здесь записка. Что посеешь, то и пожнешь. Пошло оно все. Пошло оно все, зато и пойдет дальше. А. Твою мать, как же холодно. Че такое? В туалет не хочу. Давай посмотрим. Вот что такое. В ванной что-то есть. Сейчас посмотрю. Бррр, холодрыга. А, вы нашли кубик льда. Может пригодиться. Чтобы удержать, чтобы открыть инвентарь. Окей. Чтобы найти нужную вещь. А. Выхвилил вещь. Прайс будет взаимодействовать с этой фигней. Окей. Обратно его. А если вы хотите смотреть или следовать предмет, то уже накрутить, дровить пустой слот. Ага, хорошо. Теперь я снова попробую смотреть ванну. Не нужно. Так, окей, кубик льда. Не знаю, что здесь будет дальше. Здесь. Это было. Что это было за чертовщина? Опа. Старая плита. Так, что такое? Пусто. Окей, назад идем тогда. Идем дальше. О, там вообще ничего не видно. Ух ты. Так, заперто, нужен ключ. Так, мы можем выйти отсюда, да? Просто кубик льда нашли, то есть, в принципе, больше ничего. Могли бы еще что-нибудь найти. То есть мы сейчас найдем, попробуем зайти сюда. Смотри, там придется искать что-то, походу. Походу там что-то надо найти. Нас не хотят выпускать. Давай попробуем. А заперто, да, нужен ключ точно. Вот дерьмо, здесь записка, что посеешь, что и пожнешь. Да пошло оно все. Так, ладно, здесь ничего нет. Короче, сюда надо заходить. Да. Так, что у нас здесь? Окей, здесь пусто. А, старая плита. А что старая плита? Может это? Интересно, а если что, в этом куске льда. Положу его в духовку. Кубик льда использован. Я немного подождем. Так, посмотрим. Так и знал. А, окей, мы нашли ключ, прикольно. То есть мы нашли ключ. Ключ, да, здесь взаимодействует. Нет, не здесь. А вот. Я открыл дверь. Ну вот. О, please, while. Offline, please, file.
Так, мы что идем дальше? Снова этот звук. Пусто. Окно заколочено. Значит, чем-то можно отколоть. Здесь много классических книг ужасов. То есть все с ужасами связано. О, пусто. Ладно, давай дальше. Что у нас тут? Мы даже выйти не сможем отсюда. Книги про деньги. Пусто. Что у нас? Что-то есть. Было ничего. Наша книга. Было ничего, стало мое. Много книг о деньгах думают. А, вот как раз. А, нужно сейчас ту книгу ужасов, где вот книги ужасов, короче, воткнуть. И там типа откроется дверь, вот это я так понял, да? Книжный шкаф забит книгу. Поставлю-ка ее сюда. Выпала другая книга. Кажется, я знаю, куда ее положить. Так, что это такое? То есть отключил свет. Ага. Ради книга сюда прекрасно впишется. Сейчас глянем. Готово. О! Ту-ту-ту-ту-ту, и все в кровище. Погнали дальше. Оба-на, нифига себе, братан. Вы что тут заперты, что ли, были? Сынок, рада тебя видеть. Рад тебя видеть. Рад тебя видеть. Бронный Мор, мы слышали, ты вышвырнулся за ту задолбавшую. Вышвырнул ту задолбавшую кошелку. Отлично сработано, сынок. Первое испытание пройдено. Рад это слышать, господа. Хотя миссис Гуд показала мне очень вероятно. Стар. Здор, стор, стор. Так, он всегда справедлив, ты все делаешь правильно, сынок. Че это, блядь, за три алкаша? Скоро ты станешь одним из нас. Одним из нас? Одним из нас. И прайс. Отлично звучит. Спасибо, господа. Готов делать серьезные деньги. Деньги? Деньги? Думаю, да. Осталось позаботиться еще о двоих. Взыщи их имущество во имя закона. Во имя закона. Во имя закона. И ты станешь партнер фирмы. Будет сделано. Вот это настрой, сынок. Вступай же. Что, блядь, тут творится? И радостно, и горько. Скоро я стану партнером фирмы, но цена тому человечность. Стоит ли она? Так, сохраним. Отлично, я сохранил свой прогресс. Ой, фу. Откуда он тут? Тут еще одна записка. Слон в комнате. Я знаю это выражение. О, блядь, бежим нахуй. Ёпа-мать. Здорово. Ёпа-мать, ты шо, слон за мной бежишь, блядь? Линда. Бабушка, смотри, сколько. Жадность. Тщеславие. Это ты. Да, блядь. Это получается это, что ли? Грехи? Кажется, я увлекся. Все было не так. Увидел слона, я побежал. Бежал без оглядки. То есть, получается, раз, откуда он тут? Еще одна записка. Слон в комнате. Знаете выражение? Бежим! Быстрее! Бежим, бля, братан. Гонорар. Типа, что-то тоже деньги. Алчность. Гонор. Гонор точно. Гордыня. Тут игра. Жадность. Давай, быстрее, братан. Что за херня? Давай. Что, он догнал меня все равно? То есть от него мотаться не надо еще? А, типа разбудил, сука. О, эх, уже утро. Ну и денек выдался. Мне до сих пор паршиво за твою ситуацию, миссис Гудвин.
Выпью-ка я кофе, чтобы взбодриться. Ладно, ребята, эта программа закончена. Если вам понравилась игрушка, хотите дальше, ставим лайк. На этом все. С вами был Швиля. До новых встреч. Пока. Пока, блядь!